Это видео посвящено оборудованию для астразирования. Акцент в сегодняшнем видео я хочу сделать на автоматах, полуавтоматах и на вакуумных аппликаторах. Итак, самые простые способы, наверняка известные большинству из вас, это, конечно же, аппликатор, он же называется паяльник для страз. Можно встретить под названием аппликатор-паяльник для страз, то есть вот такие три названия, под этими названиями можно их приобрести. Конечно же, утюг можно использовать, но акцент в сегодняшнем видео я хочу сделать на автоматах, полуавтоматах и на вакуумных аппликаторах. Вакуумный аппликатор. Сейчас покажу. Так. Он как бы засасывает кристалл, присасывает его к себе, что значительно облегчает работу. Следующий вид оборудования – это автоматические и полуавтоматические машины. Ультразвуковой станок, ультразвуковой аппликатор, вернее. Вот это автомат, автоматический станок. Какой он в действии? Есть у меня видео, я подготовила. Сейчас вам я его покажу. Кусочек нашла в интернете. Это дом моды Элисаап, куда светит красный свет, то там и, в общем-то, оказывается. На этом все в этом ролике. Больше нам не показывают, как это все работает. Но я думаю, основной принцип, он понятен. Теперь еще хочу показать один способ крепления страз. Здесь будет участвовать в процессе термопресс. Изготовитель засыпала стразы непосредственно в заранее подготовленный трафарет, расправила их. Сделаны несколько трафаретов для разных цветов, для белого, для красного кристалла. И дальше еще она будет стразировать глазки, носик. Вот такие современные способы. На этом все. С вами была Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. До встречи в новых видео.